сейчас приступим. Вот уж действительно, сейчас специалисты скажут: ну вот, наконец-то, Шилов точно полез не в свою отрасль, где-то где уж он точно полный болван. Да, признаю, я полный болван в кабудо, абсолютно. Я не владею ни техникой нунчаку, ни новомодными техниками ножевого боя, никакими саями, танфа, палками, ничем я этим не владею, потому как не занимаюсь кабудо в том виде, в котором оно существует в традиционных школах. Вот. Сейчас я вам расскажу, почему так происходит. Вот. Значит, первое. По поводу... Да, но почему я на эту тему все-таки решил сам порассуждать? Ну, ребят, это просто рассуждение, основанное на личном наблюдении, на определенном каком-то опыте взаимодействия с теми людьми, которые занимаются кабудо. И, ну, потому что я недалек. Вернее, я очень близок к миру боевых искусств. Вот. Недалек от мира того, в котором те же кабудоки вращаются, потому что абсолютное большинство тех мастеров кабудо, которых я знаю, они, в общем-то, либо начинали, либо продолжают заниматься боевыми искусствами без оружия. То есть это либо каратисты, либо типа того. Так вот, значит, что я хочу сказать. Считаю, что многие те направления кабудо, которые сейчас люди занимаются, типа саев, серпы различные, и даже техники с такими видами оружия более-менее прикладного, которые можно найти чуть ли не в любом сарае, как черенок от лопаты, это бо, шест там какой-то, да, то, как это делается, ну, не то, что вызывает самые вопросы, но вот по моим понаблюдениям, больше это очень похоже на все-таки своего рода гимнастику, когда выполняются определенного рода субурики, хоны, взаимодействия в парах, то, безусловно, это производит определенного рода впечатление, но ровно до той поры, пока... Продолжим, извините, разговор по телефону с самой любимой женщиной на свете, супругой. Так на чем я остановился? Остановился на том, что как только возникает идея, а как бы это в спарринге проверить в реальном, как это все будет противодействовать, и здесь вот возникает, значит, упор вообще капец. Но сразу возникает самый вопрос: а как это проверить? Оружие все-таки, вдруг там по башке настучат, и все, цена ведь ошибки при работе с оружием, особенно с режущим, колющим, намного выше, чем при работе без оружия. То есть там, если что, могут и зарубить, и зарезать, и заколоть, и все такое. Поэтому все, значит, обусловлено и так далее. Да нет, на самом деле, ребят, все не совсем так. Существует масса возможностей проверить это на практике. Есть два способа, как это сделать. Первый способ – это как в разделе исторического фехтования. То есть, когда люди надевают доспехи, оружие затуплено, и люди работают в полный контакт, пожалуйста, в специальной защите. Вот. Там все понятно. Там уж если по шлему накатили с конкретным мечом тупым, то мало не покажется. Вот. То же самое, собственно говоря, можно делать из любого вида, значит, оружия. Если саи предназначены для противодействия противнику вооруженным клинковым оружием, то, пожалуйста, у вас сай, у противника меч. Вот. Он может быть в доспехе, ради бога. Какая вам разница, если вы мастер сая, то какая вам разница, какой у него будет меч? Или вы только против конкретного меча готовы защищаться? Я так понимаю, что если вы с мастер кабудо, вы готовы противостоять абсолютно любому бойцу, так в чем, собственно говоря, дело? Он может быть вооружен щитом и мечом в одной руке, как какой-нибудь древнеримский легионер. И, пожалуйста, попробуйте противостоять ему.
Я еще ни разу не видел, чтобы боец какого-то классического направления, даже направления кендо, победил бойца в схватке, бойца исторического фехтования. Ни разу не видел. Всегда побеждают бойцы, которые занимаются историческим фехтованием. Всегда. 100% гарантированно. Стоп, ну, 99. Вот так вот. Приветствую. Да. Сам Светлана, здравствуйте. Второй способ это проверить. Это работа с абсолютно безопасным оружием. Абсолютно безопасным оружием. Это можно проверить в таком разделе, как спатчан. Кстати, если вы знаете, то на самом деле по кобудо существуют соревнования и не в спатчане. Вот на нунчаку, например, есть соревнования по нунчаку, когда специальными спортивными нунчаку люди соревнуются против друг друга. Есть и по штыковому бою соревнования. Ну и, собственно говоря, я что-то никогда не видел, чтобы там побеждали бойцы, которые практикуют кобудо. Вот боец занимается кобудо, фехтует копьем, выходит против мастера штыкового боя, которые работают в контакт и на соревнованиях. И штыковик обычно всегда побеждает. Вот. Но, опять же говорю, можно проверить это в спатчане. Спатчан или чанбара. Это вид боевого искусства, который возник в Японии для того, чтобы именно проверить свои боевые навыки. Там специальное безопасное оружие. Из защиты там, в принципе, только забрало нужно, чтобы в глаз не ткнули случайно. И все. В остальные места можно и тыкать, и бить со всей силы, рубить и колоть. Оружие специально безопасное. Вот, оно такое мягкое, условно говоря. Мягкое, значит, упругое. Ну и вот опять же, бойцы, которые занимаются кобудо только, делают кихон и субури и все такое, они с патчановцем со 100%, 99,9% обычно проигрывают. Почему? Опять же, из-за недостатков кумите. Не хватает дриблинга, не хватает динамики, стратегии, тактики ведения боя, потому что их нельзя отработать, отрабатывая обусловленные элементы поединка. И как бы красиво бы человек бы не делал упражнения с саями и с бо, ничего нифига не получится против того, кто просто взяв в руки реально палку, умеет с этой палкой фехтовать. И хочу сказать, что вот в этом плане мне очень нравится такое боевое искусство, которое называется лакан. Лакан. Что такое лакан? Лакан – это фехтование тростью, которое возникло во Франции. Являлось оно, ну и сейчас отчасти является разделом савата, то есть это то же самое кобудо, как в японских боевых искусствах. Кобудо, когда каратисты или там каратеки занимаются дополнительно каким-то малым видом оружия, да? Например, тонфа или сай. А здесь вот кто занимается французским боксом, саватом и шосоном, они, значит, еще занимаются, как правило, многие такой разновидностью, как лакан. Можете в интернете набрать, вам очень понравится, я вам это гарантирую. По этому виду боевого искусства проводятся реальные соревнования. Они в ринге, они полноконтактные. Люди вооружены тростью, это реальная палка. Она не гибкая, она жесткая, но она довольно легкая и очень прочная. У них есть специальные, значит, на ноги специальные гетры, специальный костюм, забрало специальное. Вот. И то есть и удары наносятся в полный контакт. Как тычковые, так и хлестовые. Это, ребята, это что-то. Вот, понимаете, полноконтактный бой. Снять защиту. В защите это больно крайне все дело происходит. А снять эту защиту, ну просто вот такой вот боец, который владеет техникой лакан, не оставить ни малейшего шанса никакому мастеру кобудо, который свободного поединка не ведет. А свободный поединок – это натуральное фехтование, боевое фехтование палкой. Причем палкой, которую можно вот реально подобрать на улице любую. И опять же, почему я не занимаюсь кобудо такими разделами, как серпы, нунчаку, майки, тигирики всякие там различные и прочее, вся эта... такая эти вещи не буду никак
никакой гетепитет, потому что такую штуку с собой таскать не будешь. А если будешь, то ты явно больной человек, да? Ну, это ненормально, да, в современном обществе носить с собой нунчаку или, не знаю, или того хуже, чемоданчик маленький, в котором сам серпы там находятся. Или типа того. Ну, это прям, что-то, я не знаю. Или там, не знаю, бокин там или что-то. Ну, это как бы не совсем удобно. Опять же, понимаете, это не тот вид, который вот сразу раз и достал. Это надо и специально иметь, как оружие. То же самое касается тонфа. Ну, вроде палка банальная, из нее торчажок торчит, все как бы все понятно. Не, но тахти какой-то по сложности, там оружие, его и воссоздать-то просто. Но опять же, это специально. Его надо делать, его надо специально с собой носить и все так далее. Вот такая вещь. Здесь же можно взять практически любую палку, подобрать и все. Опять же, трость гораздо проще с собой носить. Это легальная вещь, на палочку-то, скажем так, опираться. Сходить может абсолютно любой. И вот у меня, кстати, было... Да, привет-привет. У меня был случай по поводу того, когда я действительно понял, что кендо, кабудо и все, и без практики поединков в других направлениях очень сильно в себе закисают. Однажды мне довелось, мне прям предложили, я и сам не хотел этим сам заниматься, но мне просто реально предложили оружием для чанбары, ну, для спачана, пофехтовать с кендоками и с теми, кто вообще как бы это сам хотел. Там и были кабудоки и все такое прочее. Ну, в общем, короче говоря, по свободным правилам, когда держишь как хочешь, одной рукой там выбираешь оружие, которое... Я выбрал обычную такую палку, которая, значит, имитировала саблю, ну, не знаю, шпагу или что-то вот в этом роде, просто палку. В общем, короче, я всех победил. Вот и все. Все очень просто. Это учитывая тот факт, что я не занимался в жизни кабудо ни одной минуты. Понимаете? Вот так вот. И всех я их выиграл. Ну, стоило только по их правилам начать сам действовать, взять вот, например, с кендоками в две руки, как меч, все, шансы у меня сразу исчезли, потому что для меня это неудобно было, и все, там совсем иначе дело выглядит. Вот. На одной рукой, пожалуйста. И это учитывая тот факт, что я когда-то только в давнем детстве занимался фехтованием. Давным-давно. Ну, я уже даже считаю, что у меня никакого нет опыта. Все уже в далеком прошлом. Вот и все. И то же самое с кабудоками, та же фигня. Понимаете? Не работает. Нету такого, что два человека встали друг против друга, там изготовились к поединку, один делает один удар там одиночный, другой делает защиту и перевод. Нет. Там сразу начинается дриблинг, выкруживание друг против друга, обманные ложные выпады, покачивание оружием, качание, финты и так далее. И все, и нифига не получается, ничего не работает. Сразу человек, который работал в статике, он сразу обнаруживает свои любые действия, поймать его на финт элементарно. Если он никогда не фехтовал в свободном режиме, то он тут же попадется, это без вопросов абсолютно. Особенно, когда его начинают атаковать такими действиями, которых он вообще не ожидал. Там, предположим, если боец, который все время занимался практикой сай и учился защищаться против удара самурайским мечом, который идет в основном в шомен, да, йокомен и шомен, то есть под 45 градусов по голове, по плечам и так далее, сам тычкам каким-то, цки в горло и удары до, ну то есть как бы не ниже пояса, то элементарно его абсолютно поймать, это ложный выпад, верхний уровень, и тут же перевод клинка ударом в ногу или там укол в ногу, в лодыжку, в голень, в колено, рубящее движение по ноге. И все. Так как он к этому абсолютно не готов, он и защититься не сможет толком, понимаете? То есть это не работает. Вот если бы он бы попрыгал бы несколько бы дней бы с тем, кто фехтует, предположим, шпагой, даже в современном спортивном фехтовании, и попробовал бы позащищаться против сам шпаги саями, его бы уровень владения своим оружием
в плане прикладном в разы повысился бы. Это я прям это гарантирую. И, конечно, когда я вижу соревнования, на которые выходят мастера кабудо, которые делают определенного рода ката, то и здесь я, конечно, понимаю всю филигранность, как они все хорошо эту технику делают, я не могу и здесь с благоговением глядеть на их самодостижения по той самой причине, что, к сожалению, я пока не встречал серьезных соревнований по кабудо. А таких, это мои проблемы уже на самом деле. Это не то, что их нет, это мои проблемы. Но у нас в России и тогда их точно нет. Потому что я знаю тех людей, которые занимаются кабудо. И нам, а многие из них мои друзья в Инстаграме. Сейчас они всей этой темой вообще самозаболели. Я, конечно, вижу, когда их учителя, которые десятикратные чемпионы мира по кабудо, с ними занимаются и все такое прочее. Все это здорово. Но когда начинаешь думать, а как же это чемпион мира-то десятикратный, среди кого? И вдруг узнаешь, что чемпионат мира или Европы состоит из двух человек, из трех, условно говоря. То есть основатели российской школы кабудо, или как белорусской, или еще какой-то. И два их ученика, понятно, вот они первые четыре места. Чемпионат мира провели, между собой. Не знаю, с кем их сам сравнивать-то. Вот. Вернее, знаю, потому что видел много в интернете других мастеров из других стран. И мне кажется, что многие из них делают так лучше. И, как мне кажется, здесь я уже дилетант и профан, реалистичней. Почему они не чемпионы мира? Не знаю. Не могу сказать ничего. Короче говоря, смысл в кабудо в гораздо большей степени с прикладной, чем у любого боя без оружия даже. Если, занимаясь боем без оружия, где человек овладевает собственным телом, и даже если он не участвует ни в поединках нигде, а делает только ката и занимается кихоном, то все это можно расценить в полной мере как овладение собственным телом, то есть гимнастика. Гимнастика, развивающее тело для здоровья, для суставов, все такое прочее. Но кабудо рассматривать как саму гимнастику, это уже вообще абсолютно получается владение не телом, а предметом. А владение предметом — это уже жонглирование, понимаете, это уже на грани там эквилибристики, циркового какого-то, искусства и все такое прочее. Если кабудо не является, не несет в себе реально прикладного назначения, которое можно проверить только в кумите, то это все, это даже не владение, своим телом, а это владение предметом прежде всего. То есть это уже просто жонгляж. И поэтому это, на мой взгляд, неинтересно. Мне лично. А все остальные могут иметь об этом другое мнение. Я знаю массу людей, которые в этом находят определенный путь, потому что это традиция, ритуал и так далее. Но об этом я уже много говорил. Любая ортодоксия, она становится мертвой, когда она превращается в религиозно-культовые течения с выполнением хреновой тучи ритуалов и так далее. Боевое искусство должно быть все-таки боевым, иначе не надо этого. И воинское искусство, боевое искусство, единоборство, везде, понимаете, борьба, боевое, воинское. То есть, понимаете, есть определенный элемент, который указывает на том, что все это, кроме всего прочего, кроме саморазвития, должно непременно иметь прикладное значение. То есть это должно работать. Вот основной критерий. Если это не работает, значит, все фигня. Поэтому тем, кто занимается кабудо и реально не хочет обманываться, а хочет считать, что он действительно занимается боевым искусством, а не жонгляжем, попробуйте обязательно, просто для себя, пофехтовать с кем-нибудь в стиле чанбара, спачан, на том оружии. Вы будете свою технику с кабудо применять. Там, кстати, выбор оружия может быть любой. Вы можете взять два предмета, которые будут как серпы, например.
Вот. Это не важно. Можете длинный предмет взять по типу как санагината или шест, или копье. Это без разницы. То есть то, чем вы готовы фехтовать, вот, пожалуйста, попробуйте. Если у вас все получится, и вы, не изменив свою технику, вот то, как вы делаете кихон и, значит, обусловленный кумите с партнером, будете применять все в том же самом виде, значит, вы действительно делом занимаетесь. Если же вам придется технику сразу изменить и начать двигаться по-другому, подстраиваясь под противника, который динамичный, гибкий, на дриблинге работает, и вам надо делать нечто подобное, потому что не получается в своих фудо-камае там выполнять какие-то техники атаки или защиты, ну, значит, извините, но вы реально занимаетесь полной фигней. Вот так, друзья. Ну, все, это было имхо, поэтому, пожалуйста, можете ругаться, брызгать слюнями, можете соглашаться. Понимаете, если у меня иная от вас точка зрения, это вовсе не значит, что я вам враг или то, что я идиот. Просто у меня другая точка зрения. Вот. А вот если вам не нравится моя точка зрения, и вы начинаете нападать на меня, то вы мне враг или вы идиот. Ну, скорее всего, одно и то же. Поэтому я готов читать ваши аргументы и возражения по предмету, но не в отношении себя. Вот так вот. Всем пока.